чуть-чуть Нет, это жар, это другое. Может быть напряжение, но у вас жар, излишний жар. Жар? Жар, да. Я вам расскажу на лекции. Сегодня прямо по этой телелекции вы узнаете, что делать, как. Там напряжение тоже есть. Ну, несколько проблем сразу. У вас есть три типа старения организма, и у вас все три сейчас включены. Это означает, что вы давно не уделяли внимания здоровью. Давно вы систематически не уделяли внимания здоровью. Результат вот такой. Но это не значит, что что-то плохо. Вы сейчас начнете уделять внимание здоровью. Станьте здоровыми.